Здравствуйте, с вами Марина Романюк. В конце рабочей недели, как обычно, вспомним, чем запомнились уходящие 5 дней. Мои коллеги и я прямо сейчас расскажем о самых обсуждаемых в городе темах. Смотрите в выпуске. Серебро с золотым отливом уроженка Рязани Александра Трусова завоевала 2-е место на Олимпиаде в Пекине. Зима в спецназе. В регионе завершились уникальные сборы. Репортаж с фронта событий от Валерия Седова. Смотрите далее. Новорожденные тигрята познают мир в рязанском цирке. С юными символами года познакомилась и наша съемочная группа. 17 февраля в четверг в Рязанской городской думе депутаты рассмотрели досрочную отставку председателя Юлии Рокотянской, написавшей заявление по собственному желанию. На внеочередное заседание пришли 35 народных избранников из 40, но это не помешало им оперативно рассмотреть всю повестку. Внеочередное заседание Рязанской гордумы пусть и было, по сути, чистой формальностью, некая напряженность все же в воздухе витала. Тем более, что к началу рассмотрения самой, наверное, короткой повестки в истории, всего 3 вопроса, пока еще председатель Юлия Рокотянская так и не появилась. И заявление о сложении полномочий обсуждали без нее. Проектом решения предлагается прекратить досрочно полномочия главы муниципального образования председателя Рязанской городской думы Рокотянской Юлии Владимировны в связи с отставкой по собственному желанию на основании пункта 2 части 6 статьи 35 Устава муниципального образования городской округ город Рязань. Заявление Юлии Владимировны имеется. Отсутствие Юлии Рокотянской вызвало некое раздражение у системной оппозиции. Коммунисты даже предложили внести поправки в регламент на будущее. У нас, к сожалению, стало очень модно уходить в отставку перед отчетами, без отчетов. И, собственно, как бы вот проработал человек определенный период. Написал, это не только сегодняшнего случая касается, это касается и предыдущих отставок у нас в администрации. Проработал достаточно долгий период человек, написал по собственному желанию. И все. И никаких вопросов, никаких, собственно, никакого отчета о проделанной работе. Судя по всему, главный аргумент в необходимости некоего отчета – попытка понять, что побудило Юлию Рокотянскую уйти по-собственному. Тем не менее, пусть и заочно, без фигуранта, но голосовать все-таки пришлось. Коллеги, решение принято единогласно. Спасибо. Также в унисон Гордума проголосовала и за сложение с Юлией Рокотянской депутатских полномочий. Несмотря на парламентское единство, некий осадочек недоумения все же остался. Обычно, если внутри парламента нет противоречий, на другую работу коллег провожает цветами и аплодисментами. Иногда даже с банкетом. Но, видимо, не в этот раз. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Жители нескольких домов по улице Дружная в Рязанском микрорайоне «Строитель» уже несколько лет ждут переселения. Блочная застройка 50-х годов уже полностью пришла в негодность. Протекающие крыши и трубы, плесень, обвалившийся потолок. Переезд им обещают только в 31-м году. Один из вопросов главе администрации Рязани Елене Сорокиной на ее недавнем публичном отчете касался именно этих людей. Это один из туалетов в доме по улице Качевской в поселке Строитель. Грязные стены, забитая канализация и разрушенный потолок. Крыша течет регулярно. Жильцы верхних этажей говорят, что за ночь выносить воду могут по несколько раз. У нас нет вообще ни кухонь, ни сюда. Раньше была тут и сушилка, и кухня, все. У нас газа нет, у нас все готовим на электрических плиточках. Не плиты, а плиточки, которые вот на датчике покупать. Вот на таких плиточках мы готовим. У нас душ дома нет, только душ на первом этаже. Грязная комната, шатающая полом и работающей кабинкой. Это душ. Единственный для 9 семей с детьми и пенсионеров. Пол около ванной комнаты отсырел и в один из дней провалился. Сейчас его заделали обычным листом фанеры. Нечто подобное наблюдаемое в доме по улице Качевской, 18. Он уже признан аварийным и к расселению должен был приступить еще 2 года назад. Не срослось. Дом начинается обрушаться. В 2018 году мы его признали как аварийный. Крыша находится в аварийном состоянии. Сейчас документы мы вам предоставим. Там невозможно течь. Стены у нас, у меня спицы проходят насквозь там. Полы тоже уходят ходенем. А это дом номер 7 на улице Дружной, в этом же поселке. Прямо с порога жильцов встречает запах сырости и плесени. На верхнем этаже в одной из квартир сделали ремонт, но крыша предательски потекла. Это уже происходит 2 года.
Я бьюсь. Вот пришли, подсунули железо туда, глазили они, слазили. Но это железо они подсунули, они что-то там стучали очень громко. Ну и прорубили, и вот тут вообще вот все пошло, все, вы видите, какая течь пошла. Вы видите, какая плесень, какая вода, все это выносим, все это убираем и... Что необычного в этой ванной комнате? Например, здесь можно принять водные процедуры и вкусный приготовить ужин вместе с соседями. Именно о судьбе этих людей Светлана Коновалова задала свой вопрос Елене Сорокиной на публичном отчете. Глава Рязанской администрации пообещала взять дело под личный контроль. Много домов, не только обозначенные вами, в своем выступлении я говорила про них, там... Сложные вопросы, эти дома, обозначенные вами, они не вошли сейчас в программу. И вот каждой семье, каждому жителю, в зависимости от особенностей, от условий, мы стараемся подходить индивидуально. А группа народного контроля готова оказывать содействие во взаимодействии с жителями? Первый шаг сделан. Жителями строителя власть пошла на открытый диалог. Волонтеры-активисты пока в режиме ожидания. В вопросе переселения они готовы оказать всяческое содействие. Рязанские полицейские по горячим следам раскрыли разбойное нападение на водителя, совершенное на автозаправке на Московском шоссе. Инцидент попал на камеры наблюдения, поэтому найти злоумышленника оперативникам труда не составило. На ваших экранах кадры с видеокамеры на одной из рязанских бензоколонок. Это самое начало конфликта. Мужчина в камуфляже что-то говорит хозяину авто, демонстрируя что-то в руке. И тот спешно уходит. По возвращении водитель заметил, что нападавший забрал из салона автомобиля сумку с личными документами и смартфоном. А предмет, которым угрожал незнакомец, он идентифицировал как канцелярский нож. Оперативники начали работать по горячим следам, посмотрели записи с камер наблюдения, опросили местных жителей и установили личность нападавшего. Ноги, руки. При задержании 44-летний местный житель не сопротивлялся, а свою агрессивную выходку объяснил просто, мол, жажда замучила. По предварительной информации, утром 44-летний рязанец в поисках средств на спиртное решил отобрать у какого-нибудь водителя на АЗС, которая была расположена неподалеку, деньги. Взяв канцелярский нож, злоумышленник приблизился к посетителю, но он сбежал. Тогда рязанец заглянул в салон машины и забрал оттуда сумку, которую выбросил, а телефон сбыл по бросовой цене. После инцидента мужчина спрятал верхнюю одежду, в которой было совершено нападение, но эта уловка ему не помогла. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса «Разбой», по которой нападавшему грозит 10 лет. Подозреваемый задержан и отправлен в СИЗО. Уборка дворов этой зимой тема болезненная и очень острая для рязанцев. Управляющие компании и хозяйствующие субъекты явно не справляются с обязанностями. Придомовые территории многоквартирных домов, к сожалению, превращаются в непролазные сугробы либо в катки. Подключаться к вопросу частенько приходится контролирующим органам. Прокуратура на постоянной основе проводит проверки в части соблюдения управляющими организациями нормативных сроков выполнения работ. Результаты проверок порой неутешительные. Так, в прокуратуре района в январе-феврале 2022 года в указанной сфере выявлено 55 нарушений законодательства, внесено 22 представления об устранении нарушений законодательства в указанной сфере, возбуждено 2 дела об административных правонарушениях. Кроме того, руководителям 3 управляющих организаций объявлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства в указанной сфере. В Рязани завершились уникальные военные сборы под названием «Зима» в спецназе. Они прошли с 3 по 16 февраля на базе Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. Уникальны они тем, что за 2 недели студенты 2 московских вузов прошли настоящую военную подготовку. Какую расскажем далее. Товарищ полковник, личный состав роты в честь открытия проекта «Зима» в спецназе построен. Командир роты подполковник Филимонов. 40 ребят в строю на самом деле не солдаты. Это студенты 2 московских вузов. Тех, где есть военная кафедра. Только вместо скучных лекций в университете ближайшие 2 недели у них пройдут весьма занимательно. 3 февраля стартовал проект под названием «Зима в спецназе». Мы видели, как студенты занимаются на военной кафедре, как раз за разом туда ходят. Но они увидели огня в их глазах. И хотелось привить им и возродить интерес к военному делу, к тому, чем они на военной кафедре занимаются, показать это с другой стороны, как это действительно происходит
в жизни. Проекту уже 4-й год, причем проводит его как летом, так и зимой. Сейчас, естественно, условия жестче. Погода ребят не балует. Однако сюда, на базу Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, попали только лучшие из лучших. Отбор был жесткий. Наряду с физподготовкой оценивали и общую успеваемость. Поэтому в строю только лучшие из лучших. На самом деле, сбор достаточно уже начался еще со вчерашнего дня. Мы уже прочувствовали очень много части военной жизни, так сказать, многих голова уже начала думать совершенно иначе, и они поняли, что тут жизнь будет чуть по-другому. А с тем, что армия, а тем более спецназ, дело сугубо мужское, может поспорить вот эта милая девушка. Зовут ее Марина, она студентка 3-го курса Российского технологического университета. Я хотела поехать на зиму в спецназе, потому что я была на лете в спецназе, и мне очень понравилось. Поэтому вот решила перед, так сказать, новым учебным семестром отдохнуть. Человек, который сам переступил через трудности, он получает от этого потом огромное удовольствие. То есть в процессе тяжело, в процессе хочется плакать, бывает такое. Я видел, как люди плакали от ярости, вот, да, пытаясь сделать больше, чем они могут, чем организм позволяет. Но они проходили через это, и потом это огромное удовольствие доставляло. Тактика специальная и стрелковая подготовка, навыки выживания, действия в тылу врага, и это и многое другое ребятам преподают профи, педагоги РВВДКУ. Забрать груз, спасти пленного и прибыть с ним на опушку леса. Две недели спустя, 15 февраля, у ребят боевое крещение. Все, чему они научились, надо демонстрировать в реальных условиях. Стреляли из автомата Калашникова, пулемета и снайперских винтовок. Результат, если не отличный, по марке все же были, то хорошо можно ставить смело. Но главное так называемый отчетный бой с проверкой прочности. Засада на технику. Через считанные минуты по этой самой дороге пройдет колонна вражеской бронетехники. Это один из этапов обучения. Здесь студентам предстоит показать, чему они на самом деле научились за эти 2 недели и проявить эти навыки в постановочном бою. Все занятия прошли на базе Рязанского училища ВДВ. Техника тоже местная, поэтому занятия куда нагляднее и зрелищнее. И мы считаем, что именно практическая подготовка помогает ребятам в реальной жизни показать, чему они научились, будучи там студентами, курсантами наших военно-учебных центров в нашем университете. И, безусловно, дает им возможность дополнительно понять, чего они достойны, что они могут. Ориентирование на местности, ведение разведки, оказание первой помощи и многое другое. Всему этому ребята обучают преподаватели РВВДКУ. Чтобы студенты с военных кафедр видели армию не только в кино, но прочувствовали ее на себе. А некоторые, как новоиспеченный снайпер Марина Свободина, вернулись сюда снова или посвятили свою жизнь армейскому делу. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». 4 новорожденных тигренка приехали в Рязань вместе с казанским цирком. Родились они 13 января, то есть несколько дней назад, им исполнился месяц. Имена малышам еще не дали, поэтому у каждого из вас есть шанс придумать, как будут звать будущих царственных кошек. А голосок как у ребенка, у человеческого. В Рязань на первые в своей жизни гастроли тигрята приехали еще совсем слепыми, а теперь уже смело осваивают новые запахи и территорию. Пока осторожно, потихоньку, но уже с широко открытыми глазками.
поздравляем вас с пополнением. Расскажите, пожалуйста, как будете воспитывать молодежь? Спасибо за поздравление. Воспитывать будем с любовью. Сейчас первая задача следить за их здоровьем, чтобы они хорошо развивались. Уже потихонечку их переводим на мясное кормление. То есть мама кормит молоком, и дополнительно мы сейчас добавляем уже такие диетическое, скажем, мясо, там индейка, потом курица, и в дальнейшем на говядину они перейдут. Тигрица Магда за свои 8 лет стала мамой уже в третий раз. Двое ее детей остались артистами в казанском цирке, остальные переехали в заповедник. Магда умная, заботливая и очень любит свою семью. Я тоже грязный, да? При этом Магда прекрасная артистка. На арене она с видимым удовольствием демонстрирует свои умения, как, впрочем, и ее коллеги. А еще все эти большие кошки любят нежиться с дрессировщиком Ростиславом. Кот он и в цирке кот. Конечно, когда в клетке свирепый хищник ведет себя как ласковый котик, умывается, целует вас, там, облизывает своим огромным языком. А как удалось вам добиться такой нежности и любви от тигров? Не знаю, вот нарисовал себе картину мира такую вот. Как-то так захотелось, и вроде получается. Но тут нужно не забывать, что это все равно свирепые хищники, и нельзя заигрываться, потому что они тоже могут показать зубки. Ростислав около 8 лет на профессиональной арене. Он продолжил дело отца. Сегодня они трудятся вместе бок о бок. Я с детства в цирке, благодаря тому, как папа стал работать в цирке, и другого выбора не было, как работать с хищниками. За красивым выступлением стоят долгие часы упорных тренировок и репетиций. Даже прямо сейчас питомцы разучивают новые трюки. Их еще нет в программе, но нам разрешили чуть-чуть подсмотреть. Вот, молодец, Мартина. Эйба, Эйба на место. Магда, стенди ап. Магда, Мартин. Мартин. Каждому зверю свой подход, ведь у них разные характеры и настроение тоже бывает разным. Иногда они слушаются или ленятся, но с каждым Ростислав умеет договориться. Что ты говоришь? Что ты говоришь? Почему ты не слушаешь? Вот так вот мы объясняем трюки. Слышишь меня? Сейчас нужно побежать, там перепрыгнуть. Они все понимают. Мы русифицировали бенгальского тигра, чтобы на русский понимал. Ты по-русски понимаешь? Тигр. Ну а тигрята малыши растут очень быстро, и вскоре их будет не узнать. Сейчас за детками ухаживают и неспешно выбирают им имена. Имен еще нет. Сейчас я вот в инстаграм-страничке своей закинул тоже пост. Спрашиваю подписчиков, какие есть у них интересные имена. Вот так что думаем над этим. В таком случае я тоже проголосую. Проголосовать можете и вы, зайдя в аккаунт Ростислава Гаврилева. И как знать, возможно, один из этих забавных тигрят получит имя, которое придумаете именно вы. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В небе над Рязанью наиболее внимательные созерцающие могли недавно наблюдать пояс Венеры. Некоторым удалось заснять интересное оптическое явление. Снимки разлетелись по соцсетям, а мы решили узнать чуть больше о том, что скрывается за красивым названием. Во время безоблачных сумерек, до восхода или после заката солнца, небо над горизонтом с противоположной стороны от солнца розовое. В поясе Венеры атмосфера рассеивает свет заходящего или восходящего солнца, который выглядит более красным, поэтому получается розовый цвет, а не синий. Эта полоса лучше всего видна в направлении, противоположном солнцу. Пояс Венеры можно наблюдать в любом месте с чистым у горизонта небом. Это разновидность гала. С противоположной стороны от солнца, если сейчас солнце заходит на юго-западе, значит, на северо-востоке будет такая область, которая освещается солнцем, и это освещение красного цвета, и оно в виде кольца. Пояс Венеры – атмосферное оптическое явление, названное в честь пояса Афродиты из античной мифологии. Если повезет, можно увидеть не просто полосу. В северных районах вот это кольцо, оно смыкается. То есть заря, заревое кольцо на севере, там, где солнце, и на юге с противоположной стороны, оно смыкается. Но там, где находится солнце, оно шире и ярче. А с противоположной стороны послабее. Получается такое кольцо, и как бы это вот, когда восходит солнце, это как
такой, ну, камень красного цвета в кольце, понимаете? Это очень красивое явление. Вообще, световые галы, в том числе и пояс Венеры, явление нередкое. Александр Васильевич, всеобщий восторг и ажиотаж вокруг снимков связывает скорее с тем, что современные люди редко смотрят вокруг и потому многого не замечают. Но есть и явления, которые требуют особой преданности наблюдателя. Красивые галы бывают и около Солнца. Самые замечательные – это когда в виде креста галу с кольцом и, по крайней мере, ну, хотя бы тремя радужными свечениями. Это слева-справа и над Солнцем. Ну, под Солнцем редкое явление, когда четыре таких свечения в виде креста возникает. Но, во всяком случае, на рисунках художников средневековья, если мы возьмем, такие штуки встречаются. Действительно, внимательным зрителям окружающий мир дарит немало удивительного. В начале февраля, в ночь с 4 на 5, в Рязанской области наблюдали даже северное сияние. В группе РЗН «Астро. Астрономия Рязань» ВКонтакте появилось видеоявление. Это для наших широт большая редкость, чем пояс Венеры. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Россия окружена морями и океанами, которые богаты различными видами рыб. Однако до центральной части страны вкусная, а главное качественная продукция добирается редко. В последние дни около торгового центра «Премьер» настоящий ажиотаж. Там работает выставка-продажа «Икра и рыба камчатская». Тех, кто стал ярким фанатом рыбных деликатесов у торгового центра «Премьер», с каждым разом все больше. Это и неудивительно. Знают, куда идут. Известие о прибытии в Рязань выставки продажи «Икра и рыба камчатская» горожане уже ждут с нетерпением. Мы икру купили, белорыбицу и чавычу кусочек. Уже несколько раз покупаем, очень вкусно. Икра считается чавычу, самая крупная. Очень вкусная. Витамины, микроэлементы, омега-3 в обязательном порядке. Нам, таким пожилым людям, обязательно нужно кушать икру и рыбу. И это очень-очень приятно, что такая забота о нас. Чавычу купила, белорыбицу купила, икру. Хорошо, ребят, торгуют и быстро, и вкусно. А что, брали, если не секрет, в прошлые разы? Икру, белорыбицу и красную рыбу, по-моему, двух видов. Белорыбица, омуль, муксун, палтус, чавыча, нерка, зубатка и многое другое. Настоящее раздолье для ценителей качества и вкуса, включая красную икру высшего сорта. Все богатство Камчатского края – экологически чистая продукция. По телевизору видела рекламу и решила рыбку купить. Красное чавыча в филе хочу взять и икру. Прошлый приезд был, я покупал их и красную икру, и рыбу красную, и белую красу. Нас всех удовлетворило это. За икрой, за рыбкой, для ребенка. Даже не пробовала ни разу. Не пробовала? Но запахи аппетитные. Все нравится. Все, что есть, все нравится. Здесь вся рыба хорошая. Зубатку будем брать. Я думаю, что чавычу возьмем. И икру, наверное. Как говорят сами рязанцы, эта выставка привлекательна потому, что любую рыбку или икру можно попробовать, оценить вкус и качество самостоятельно. На прилавках представлено несколько десятков видов рыбы, так что выбор придется по вкусу самым изысканным гурманам. Выставка продажи икра и рыба камчатская расположилась у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Она проработает до 20 февраля включительно. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все новости. Уже в понедельник команда телекомпании «Город» оперативно и объективно расскажет, что происходит в регионе. А я желаю вам хороших выходных. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица – все от производителя. С 14 по 20 февраля ТЦ «Премьер».